Всем здравствуйте! Сегодня 15 уже число, 15 января 2023 года. Сегодня мы сидим, вернее, приехали только что без 15:09 утра. Мы дельта Северной Двины. Место называется Белогорка. Будем пытаться чего-то сегодня здесь половить. Сегодня я в своей большой палатке. Один. Конкурентов нету. Конкуренты все в соседних палатках. Так что сегодня буду скучать, наверное. Ладно, оставайтесь с нами. Ну, у нас тут совсем расцвело. Я тут поймал две рыбки. Вернее, три. Вот еще кальянчик. Юра просил для ухи оставлять. Что ли? Тут у нас совсем уже расцвело. Скоро выйду, снимаю, что на улице. Сегодня ветер, температура около нуля. Ловим сегодня в три удочки сиговки и одна удочка на креветку. Вот когда не клюет, так мы попьем чайку, подождем. Всем приятного аппетита. Только поставил чашечку на стол, и было две поклевки. Наверное, надо тупо кушать, да все. Все достаточно расцвело. Фонарики погасил. Сейчас у меня естественное дневное освещение. Вода вроде еще прибывает. Ну, но пока никто не хочет с нами контактировать. Кто-то постоянно тут меня тревожит. Да, пока тишина, но вода еще прибывает. Вот. 10:15. Четыре удочки стоят, клевать не хотят, все под сега, воды дофига. О, поклевка была.
ты решил меня подразнить. Вода вроде как остановилась. Постоянно кто-то тут подходит, пробует. Оп. Ну, давай, то я уйду на чай. Да. Нерешительный какой-то. У нас сегодня бутерброд с колбаской. Все понятно, сегодня на камеру сниматься никто не хочет. GoPro стоп идет. У меня ушел крупный-крупный рыб. Оборвал мне обе мормышки. Вернее, мормышку и крючок. Пришлось перевязываться. Много времени. Закинул другую удочку. Только что здесь кто-то подходил, но не повторился. Вода вроде как будто бы и встала. Вроде бы и еще прибывает, не поймешь. Это там баламутит последний сижок. У меня их пока что только три. Вода стала убывать. Только что поймал четвертого хвоста. Хитрый он, подойдет, подергает, они и маются. Так вот, время 12 часов. Сегодня тут до 2 часов, наверное, посидим. Может, раньше. Ну что, похоже, заканчивается наша рыбалка. Клёва так и не было. Прилове 4 сига и вот таких криминальных корешин. Юрий на уху. Ну, любит Юра таких. Пусть ест. Приятного ему аппетита.